Напомним, таксисту, сделавшему замечание гастарбайтеру, справлявшему малую нужду прямо посреди улицы на остановке библиотека Горького, попросту пробили голову. Человек сейчас в больнице, в тяжелом состоянии, преступник задержан. Вот фрагменты встречи, даем без комментариев. Я вот их ночью сколько на первой Рязани вижу, да, пачками грузятся, прям газели подъезжают, а тебя набивают. Я говорю, подъехать к глобусу. У нас некому гонять. Совсем недавно. Пойду с девушкой, с женой или там, он сейчас налетят в кучу. И что? И в итоге получается, я буду защищать свою семью, и опять я буду виноват. Почему вы будете виноват, если вы будете? Потому что, да, через это все проходили. Мы хотим упорядочить работу в этой сфере. Если вся работа будет осуществляться в соответствии с теми разрешениями, которые выдает наше министерство, подождите, я закончу мысль. Если все будет упорядочено, вот такие инциденты будут исключены. Таксистов выслушали представители силовиков, а также региональный министр транспорта и автомобильных дорог Шаукат Ахметов. Надо сказать, что требования водителей усилить меры безопасности в Рязани нельзя не признать справедливыми.